Привет всем, с вами Григорий. Нахожусь сейчас в Хельсинки, около терминала, второго терминала, Ленси терминали, Акси. И отправляемся сегодня в Таллин. Сегодня поездка в Таллин, поэтому, кому интересно, продолжайте смотреть это видео. Заснял небольшие ролики, кусочки из Хельсинки, и посмотрим, что мы сможем сегодня увидеть в Таллин. Обещают хорошую, прекрасную погоду. Я сейчас нахожусь, это как маленький залив Балтийского моря. И здесь у нас стройка. Строят Хельсинки. Строят жилые районы. Отвоевывают воду, море. И понемножку строится все. В этом здании находится парковочный дом. Здесь парковка и какие-то туристические автобусы. Я сейчас подошел сюда посмотреть. Видите, как мост построен на таких сваях мощных. И здесь уже вода. Можно видеть, что дно просвечивается. То есть не так уж и глубоко. А тут уже море. Вот так. Видно, еще не убрали крошку с зимы. Значит, кусок пенопласта что-то здесь делает. Здесь терминал находится. Да, новый терминал. Старый терминал вот там находится. Я даже не знаю, оттуда сейчас что-то ходит вообще. Кто знает, напишите в комментариях. Ну вот, основной терминал. Отсюда будет отправление. Паром уже стоит, по-моему. Ну, в общем, пойдем сейчас чекиниться и на паром вперед с песней. Погода замечательная. Обещают до 17 градусов тепла. Что главное? А главное, не забыть паспорт. У меня ID-карты нету финской, только паспорт. Поэтому это самое важное для путешествий. Где-то, что тут? Терминал находится. Терминал. Там туалет есть. Самое главное для путешественника. Людей еще нету почти. Здесь какие-то кафе или что это такое. Сейчас пойдем посмотрим. Тут можно посмотреть. А там тоже туалеты. Видно здесь паром. А парома-то еще и нету. Ага. Ну что здесь? Машина чекинится, да? Мотоциклисты, велосипедисты. Там вдали. Парома еще пока не видно. С этой стороны он должен прийти. Ну что, паром приходит уже. Идет полным ходом. Да.
2 евро часовой билет здесь купить прямо в порту. На выходе здесь выход и такой аппарат стоит. Ну что тут такое? Что тут понастроили? По ходу дела какие-то трамвайные пути. Новые трамваи какие-то будут ходить. Теперь надо ходить здесь, шастать по этим закоулкам. Искать, как выйти отсюда к центру города. Куда-то туда. Че, тепло. Хорошая погода. В пароме я поспал, отдохнул. И теперь поедем, смотрим город Таллин. Я на самом деле не купил разовый билет. Я скачал приложение, установил его, и там можно QR-билет купить онлайн, прямо через телефон. Часовой билет в Таллине 2 евро, написано, стоит. Сейчас здесь шел какой-то работник местный, но он разговаривал на каком-то непонятном языке вообще. Мужик, не знаю, какой это язык был. Явно тот, которого я не знаю и не слышал никогда, мне кажется. Здесь самокат такой арендный. Нормальный, удобный, широкая дека такая у него. Еще арендные самокаты. В общем, неудобство в том, что здесь вот около порта всякое строительство идет. Из-за этого пробки эти начинаются. Но когда там трамвайные пути построят, тогда я думаю, что будет проще все. Здесь отель вот этот. Я здесь работал. На крышах мы жизнь ставили. По-моему, этот был отель. Да. Здесь работал, когда его строили. Строителям привет от Григория бас-драйвера. Люди стараются, трудятся лопатами бетон, наверное, разгребают. Кран такой висит, стоит. Остались в Таллине еще заброшенные какие-то дома. Здесь старый город. Здесь у нас Оливиста церковь, вот эта высокая со шпилем, историческая достопримечательность. Советую всем посетить Таллин, очень красивый старый город. Сегодня, к сожалению, у меня нет возможности, но, по-моему, это один из самых сохранившихся старых городов Европы. Нет, я не знаю, Европы, не Европы, но очень красивый старый город. Очень-очень. Здесь какие-то непонятные сооружения.
похоже, как из бетона сделано, замазано, замазюкано все. Наверное, какие-то... Что-то творческое, короче. Смотрите, какое небо голубое. Приехал, так облаками все было затянуто. Таллинский трамвай мчится на полной скорости. Еще старого образца. И в обратную сторону тоже. Но здесь такой удлиненный вариант. Это гибридный трамвай получается. Передняя и задняя часть от старого трамвая, а серединка это современная. В общем так, из своего опыта, если приезжаете в Таллин и хотите ездить на общественном транспорте, покупайте дневной билет. 5 евро 50 центов стоит. Это самый выгодный вариант. А так, разовый билет 2 евро. Вот. Так что невыгодно на разовых билетиках ездить. Такое красивое здание средневековое. Средневековое, ну старое, да, красивое, белое только цвета. Ну, мне кажется, красиво выглядит, чем-то крепость напоминает. Здесь смотрите, такие столбы поставили, похоже, как трамвайные, только здесь они со светильниками сделали такую дорожку неасфальтированную. Видите, через определенное расстояние светильники стоят. А можно идти вот здесь, рядом еще асфальтированная дорожка идет. Можно вот по пыльной дорожке. А может, я не знаю, может, это для велосипедов сделали, а я здесь топаю. Тут знаков нет никаких. Я думаю, что можно здесь тоже топать. Там уже порт в той стороне. Здесь мусорка. Для собак пакеты, что ли. Магазин Римми. Римми, надо зайти и купить что-нибудь. Не пойду я туда, конечно. Здесь башня такая есть. Сейчас покажу вам. Вот это. Да-да. Это толстая Маргарита. Вот здесь вот ремонт дорог. Всякое такое. И начинаются пробки. Сейчас еще более-менее двигаются нормально. Вот. Утром, когда я приехал здесь, так похуже было дело. Вот это место я уже вам показывал. Уже порт рядом. А, терминал мне нужен. Хорошо, я провел день. Теперь надо возвращаться уже в Финляндию. Сейчас подожду паром. И поеду в Хельсинки уже. Откуда и начинался наш сегодняшний видео-дневник приключений Григория, водителя автобуса. Вот видите, значки такие. Надо по этому лабиринту ходить. Вот так ходим, ходим по дорожкам, переходим. Что-то грузовик здесь стал, непонятно. Почему он не едет никуда? Вроде бы можно проехать. А, основная дорога дальше. Здесь перекрыта.
Здесь очередной знак такой. А-терминал. Все, идем правильно. Корабли, лайф, шип, А-терминал. Все, идем, идем по кругу. Побывал в Таллине, посмотрел город. Побывал в местах, где в детстве гулял, играл. Есть хорошие воспоминания. Да, вот так. Иногда хорошо вспомнить моменты из детства какие-то. Вот. Так что день прожил не зря. Пришел какой-то, наверное, междугородний какой-то пришел, может, с Лапландии приехал, вроде даже снег на крыше лежит, нет? И олени сидят. Да вот ЖД вокзал здесь такой, много пригородных поездов, электричек, ну это электрички все, Хельсинки ЖД вокзал. Здесь электрички тоже. Здесь, видимо, фундамент утепляют пенопластом. Работа ведется с проводами. Что-то тут проводов накидано. О, засох. Кто знает, я, насколько знаю, что если уже засохло, то почистить такой пистолет довольно сложно. Кто-то не выпустил воздух из него, я так думаю, и он мог засохнуть. Хо-хо. Что, на этом буду заканчивать это видео. Уже приехал на ЖД вокзал. Пишите комментарии, как вам понравился Таллин, поездка моя. И увидимся в следующем видео. Все, пока.